В этом видео мы погружаемся в январь далекого 2006 года. Мы в Индии, штат Гоа. Это популярный ночной рынок в Северном Гоа. А немного ранее мы побывали на интересном национальном шоу. Это Катхакали, известный классический театр танца Кералы, соседнего штата в Южной Индии. В основу спектаклей, а их порядка 50 тысяч, положены сюжеты двух великих индусских эпических произведений – Рамаяны и Махабхараты, а также священной книги предания Кришне Бхагават-пурана. Думаете, это Шрек? Нет, это Рама, который почитается в индуизме как седьмая аватара Вишну, сошедшая в мир в последнюю четверть Трета-юги более миллиона лет назад. Мимика – одна из главных составляющих театра. Главное – глаза, которые раздражали специальными порошками, даже клали зернышко под веком. Большинство индусов считает Раму реально существовавшей исторической фигурой, царем, правившей большей частью современной Индии. Певцы рассказывают сюжет перед выходом актеров. А это обезьяноподобный Хануман, аватар Шивы, один из главных героев Рамаяны, предводитель одного из войск обезьян, а также друг Рамы и его жены Ситы. Завершается шоу народными плясками в честь сбора урожая или чего-то подобного. При случае посетите, такое вряд ли где увидите. Тем более, что действо сопровождается отличным ужином.